Друзья, привет! С вами, как всегда, Пламбер. И сегодня я не буду многословен, я просто залетел в бета-тест, чтобы снять вам все изменения, которые будут у нас в 9-м сезоне игры Call of Duty Mobile. Вы сможете здесь увидеть, какие улучшения и модули можно поставить на оружие, насколько изменились прицелы и много нового оружия в королевской битве. Я считаю, наверное, абсолютно все автоматы, все винтовки сетевой игры перейдут в королевскую битву. Ну, может быть, чего-то я не увидел, вы мне там в комментарии напишите, но мне кажется, что все, что было в сетевой игре, перейдет оружие в королевскую битву. Так что, друзья, приятного просмотра. Как будут новые обновления бета-теста, я буду снимать видосики, но пока вся доступная информация выложена в этом видео. Спасибо вам, друзья!